Нам нужно вот эту секцию как-то неаккуратно разобрать, ребят. Чего я раньше не ставил? Куриные бедрышки. У нас получается, ребят, вкуснейшая поджаристая курица. Всем привет, ребята. Хотел вам рассказать про одну штукенцию. Приобрел я турбопечку и испытал уже один раз только. Вот. Что мне не понравилось в ней? Одна единственная часть. При покупке я сразу же обнаружил то, что эта штука, скорее всего, долго не прослужит. Состоит из трех частей. Это самая верхушка. И вот сама... Само турбо. Тут, короче, вот внутри есть вентилятор. Вот он крутится. Вот в эту часть задувает. И происходит выдув с внутренней части. И пробовал, сжег я, короче, шишки, маленькие щепки. В принципе, работает отлично вообще. Вот. И я хотел сказать то, что попробовал... Сюда вставляются обычные пальчиковые батарейки. Обычные пальчики батарейки. У меня здесь есть никель-кадмиевые элементы. Так. Они уже... Они бэушные у меня. Что-то валялись уже давно. Размер вот такой. Вот эти элементы никель-кадмиевые, они похожи на пальчиковые батарейки, но тут 1,2 вольта, а на пальчиковой батарейке 1,5. Вот, использовав эту турбопечь, я обнаружил то, что... Ну, потом, то есть я при распаковке уже понял то, что вот это вот секции для аккумуляторов расположены слишком близко. То есть вот так, когда вставляешь, слишком близко к самой банке, что ли, как там назвать ее. Вот. Тут градус такой хороший. И вот я что обнаружил, ребят. У меня расплавилась... Вот видите, вот эта пружинка, контакт один минусовой. И вот, что я сейчас буду делать? Никель-кадмиевый элемент и 18650. Разница есть. Вот эту секцию надо заменить и как-то поставить подальше от огня. Что я сделал? Я заказал с Озона вот такую штуку. Сейчас мы ее будем сюда устанавливать. Барсик нам будет помогать, как обычно. Вот, ее будем сейчас устанавливать и посмотрим, как и что тут изменится. В принципе, вот с этими никелевыми элементами, вот они вставляются прям идеально, отлично сюда. Вот здесь вот переключатель. Первая скорость. Крутится медленно. Когда переключаем, вот это стоп. Это вторая скорость. Может, вам слышно, как дует. Вот, в принципе, эти аккумуляторы сюда подойдут. Отлично вообще ложатся. Но, я же говорю, здесь расплавилось из-за того, что близко находится к источнику тепла. Вот, надо сейчас что-то думать. Вот с этой штукой. Куда ее установить? Подальше бы. Нам нужно вот эту секцию как-то неаккуратно разобрать, ребят. По запчастям сейчас мы ее раскидаем. Видно, что фигня полная, разбирается быстро и аккуратно. Проводочки надо аккуратненько срезать, если получится. Угу. Так, пружинку убрать в сторону. Срезал. И еще вот это плюс-минус. Еще один минус идет вот сюда, ребят. Это для третьей скорости. Нам надо добраться до нее как-то. Вон этот проводочек, если видно. Он там снизу проходит. Попробуем сейчас как-нибудь до него добраться. Да, вот он. Что тут пробовать? Взял, сломал, да? И все. Печку будем уже испытывать с вами вместе. Вот эту вот турбопечь. Так, а как мы вот сюда будем крепить? Вот этот аккумуляторный отсек. Вот так, что ли, как-нибудь.
Залил, ребят, суперклей с двух сторон. Надеюсь, сейчас он схватится, не знаю точно. Оставим на пару минут. Клей я такой взял, универсальный. Был у меня. Тоже заказывал с Озона, 20 грамм. Ну, это суперклей уж обычный. Еще хотел сказать, ребят, обратите внимание, что ножки неровные. Неровно ложатся на поверхность. Вот видите, задняя часть приподнята. Вот это почти лежит, а это не лежит. Теперь другое дело. Вот, сейчас ровно. Ну, тут немножко есть, конечно. А, нет, все нормально, нормально, все. Элементы уже здесь. Вот так вот выглядит. Это если что, чтобы можно было перенести куда-нибудь в другое место. Ручки. Ну-ка. Да, дует, отлично. Вторая скорость. Да, тут задувает прям отлично вообще. Все это, ребят, пакуется вот так она. Вот эта вот наружная часть и вот этот мотор. Все вот сюда пакуется. Это вот бэушные, высокотоковые. Они еще в отличном состоянии. Не знаю, они мне надолго хватит. Вот так вот я сейчас запакую. И все вот так вот сейчас уберем в мешочек. Как обычно, ребят, нам надо туда. С какой стороны объехать? Слева или справа? То есть, с какой стороны есть дорога? Слева или справа? Ничего не понятно. Лишнее движение я тут делаю. Мог бы сразу спуститься по той улице, по Минской, да и все. Думал, может, открыли мост уже. Хотя бы чуть-чуть. Но, как всегда, нет. Так, что здесь? Слева, что ли? Дорога есть еще. Натоптана. Попробуем. Нужно приобрести очки. Глаза лезет всякая фигня.
тропинка была, мог бы свернуть налево. Ну, блин, придется отсюда. Ладно. Опа. Мог бы поехать по-другому, по нормальной дороге. Но тут я давно, ребят, не катался. Поэтому решил отсюда посмотреть, какие есть изменения вдоль будущей новой трассы. Если напугал, извините. Немножко уступил. Спасибо. Что мы сегодня будем готовить, ребят? Я взял куриные бедрышки. Ну, естественно, без него никак. Подсолнечное масло. Булочки обычные. Маленькую сковородочку. Она у меня уже походная, уже, я не знаю, года два, по-моему. Запасные элементы. Два синих буду использовать, а зеленые будут как запасные, что ли. Они вот в такой маленькой коробочке у меня. Ну и сама горелка, турбопечь, то есть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как она будет жарить. Вот так вот она. Да, ничего не ломается, нормально все держится. Напомню, я приклеил на суперклей вот этот отсек для элемента 18650. Так. Ну и покажу, как это все работает. Раскладные ручки. Ножки расставили, ребят. Вот здесь есть отверстие небольшое. А здесь есть вот такая пипочка, куда вот это все так вот вставляется. Установим элементы. Снимаем заново. Куда ты погнал? Так вот, короче, она вставляется вот так вот. У меня еще есть такая турбозажигалка. Хорошая. Так, затем, да любые щепки, вообще любые, вот, все, что есть. Берем сначала, наверное, листочки какие-нибудь. Затем веточки. Кстати, зеленые ветки тоже будут гореть. Смотрим. И первую скорость. Жара. Вот я включил первую скорость, то есть крутится вентилятор. Ну и пока это все разгорается, одеваем вот эту штучку, пока не стало горячо слишком. Вот так вот. Вот эти штучки надо было открыть сразу. О, все нормально. И закидываем дровишки.
Давайте еще немножко дровишек подкинем. Пусть разгорается потихонечку. У нас получается, ребят, вкуснейшая поджаристая курица, грудка куриная. Я так хочу кушать, отвечаю. Блин. Слюни текут. Запах стоит. Просто жесть. Как еще медведи не пришли сюда? Хотя, может, за мной стоит уже, да? Нет? Какая-то машина сзади. Походу, грибники ходят тут. Не знаю. Вот. Ну что, мы приступаем потихоньку. Трапезе. Вот, ребят, у нас получилась такая вот курочка поджаристая с курочкой. Как раз то, что я люблю. Просто отлично. Все это мы сейчас будем употреблять с булочкой вкуснейшей. А вам и мне приятного аппетита. Ой, аж масло течет, ребят. Просто супер. Еще горячий, вкусный. Пальчики оближешь. Аж масло течет. Вкуснятина, ребят. Ребят, без слов. Спасибо, ладно? За понимание. Один кусочек съел. У нас ведь есть еще второй. Что-то тарахтит, катается, непонятно. Какой-то мужик. Лысый. Ой, ребят, это просто... космически вкусно. У нас еще очень много осталось масла. Вам не видно, наверное, да? О, ладно. Масло мы выльем, кости бросим где-нибудь сюда. Может, какое-нибудь лесное чудовище эти костяшки съест. По-любому съест. Еще я... Это не реклама. Добрый колу нашел сегодня со вкусом карамели. Кто-нибудь пробовал такое? Сейчас попробуем. Узнаем, что это такое. Прикольно, нифига себе. Как будто карамельку съел. Но я карамельку не съел, я съем вот это. Шоколадку обязательно надо. После жирной еды. Тем более с кокосом.
Просто супер. Велосипед надо помыть. Или не надо? Наверное, не надо, да? Помоешь, перестанет ездить. Пусть лучше так будет. Покрышку пора менять. Переднюю. Задняя Candy Flame, ребят, оригинал. Я уже куда только не ездил. И в Сочи съездил. Она как была, так и стоит, представляете? Вообще не стерлась. Такими темпами она мне хватит года на 3, на 4, наверное. Если не больше. А я боялся за нее, наоборот. Почему боялся? Помните, она у меня, это Кенда, когда я ехал на юг, она у меня впереди стояла. Я боялся, бока слишком тонкие, и я боялся, что под груз он, ну, либо взорвется, либо что. Нифига. А потом где-то я там в Джубге, по-моему, что ли, перекинул Чао Янг протекторную от футбайка, я поставил вперед, а вот эту Кенду поставил назад. Вот я с юга до сюда приехал. Вообще. Вообще, как было, так и есть. Не могу я не съесть еще последнюю шоколадку. Масло валим сюда, ребят. Остатки масла. Ничего страшного. Это вот все, что осталось от угля. Все, которое дровишки сжег. Так как я там вижу дорогу. Ну, наверное, сюда это все и выльем. Ну, чтобы не загорелось, имею в виду. Как-нибудь вот сюда. Нифига, углей-то вышло. Совсем маленько. Надо сигналить, что ли, я же мог бы выйти налево. Вот все, что осталось. Сковородочку сейчас мы протрем влажной салфеточкой. И все будет отлично. Нижняя часть. Вот один минус. Обгорает немножко. Ты можешь попрямее держаться. О! Ну все, она уже остыла. Разбираем. Чуть-чуть протру. Смотри, чтобы угольки там или вот эта пыль в сумке не сыпалась. Складывается спокойно. Так, где у нас турбо сама? Вот она. Обдув, или как он называется по-другому? Как его назовем, ребят? Вот. Первая скорость. Вторая. Вторая нам вообще не понадобилась. И вот, единственное, здесь вот переключатель вот этот вот. Когда его сюда обратно пихаешь... С аккумуляторами нежелательно, то есть, пихать. Он может включиться и у вас работать. Где-нибудь на кочке или что. Я поэтому вот в секцию закину их обратно. Эти аккумуляторы. Вот сюда. И они спокойно будут там у меня ездить. Эти аккумуляторы много не жрут. Чего уж тут на моторчик-то. Нам хватит очень и очень надолго. Так. Запихиваем все обратно.
складываем все это. Все отлично. У меня вот в эту чашу она как раз слезет. Извините, здесь очень плохо ловит. Я буду дома через час, можете перезвонить. Спасибо, спасибо. Ага. Так вот, в эту чашу у меня вот эта вот печка отлично лезет. Приправу в отдельную сумочку. Здесь у меня ложка есть, оказывается. Я ее искал. Пускай две будут. Складные ложечки. Вот это все мы берем. Мешочек сюда. Где аккумуляторы? А, вот они. Ложу аккумулятор сверху. Вот эту чашку. Все. Все в одном. Вот у меня две маленькие сумочки. И все туда запихалось у нас. Все, ребят, мы собрались. А, хотел показать, да, вот же. Все чисто. Все чисто, все аккуратно. Все убрал, все собрал. Так, ребят, ну все, я собрался. Последние теплые деньки, ребят. Ну, сентябрь, не знаю, как будет, конечно. Планы есть у нас огромнейшие. Особенно у меня одного. Куда-нибудь съездить. Небольшие такие покатушки. Соседний город. Соседнюю республику. Здесь пыль слишком большая, а этот пыли слишком много. Колеса утопают примерно сантиметр на 3, наверное. Это еще футбайковские колеса. Сзади-то я не вижу, вот спереди вижу, что он утопает прям в пыли. Есть тут объездной путь. Ну там, наверное, когда дожди идут, скорее всего, там грязи много очень. Скоро вот в этих местах вот так вот не покатаешься. Потому что здесь строится дорога, ребят. Я слышал, что она будет платная. Неужели? Хотя все возможно. Ух ты, нифига там. Слева вон, если вид, пыли сколько. Это машина так проезжает или просто ветер так поднял? Интересно. Непонятно, не видно машину. Сегодня мы, ребята, испытали турбопечку. Не навязываю никому о покупке данной печки. Печка мне понравилась, в принципе. Можно жечь всякий хлам, не возить с собой газ, то есть. Вот. В принципе, газ тоже удобен, кому как. Но есть такая штука, что газ может закончиться. И все, ты останешься без... И у тебя не будет возможности приготовить на плитке. Вот. А с помощью вот турбопечки вы можете любую щепку, там, шишки, мышки, все что угодно можете сжечь и на этом приготовить. Вот. Мне понравилось. Я, наверное, скорее всего, буду использовать ее. Посмотрим. Пока повожу ее с собой. Пока вы смотрите это видео, мы уже катаемся в Чебоксарах, ребят, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши группы в WhatsApp и Telegram. Там у нас разные обсуждения, темы про покатушки, в какие города мы собираемся ехать, в какие не собираемся. Вот такие дела. Наверное, все на этом. Я поехал дальше.
по делам, готовиться к поездкам разным и так далее, к монтажу этого видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Главное — здоровье, ребят. Остальное все будет. Тормоза, кстати, классные, смотрите. Двумя пальцами. Просто бомба. Чё я раньше не знал, что такие тормоза бывают. Знал, конечно. Чё я раньше не ставил? Мучился, что-то настраивал постоянно. Но опыт приходит со временем.